Конец 2021 года был нелегким для геймеров PlayStation VR. Мы не так терпеливо ждем новых новостей о PlayStation VR 2, и количество игр, которые готовятся к выпуску для нашей нынешней гарнитуры, сокращается. Но в ближайшие несколько месяцев все еще есть чему порадоваться. Так что без лишних слов, вот 10 лучших игр, которые появятся на PlayStation VR в 2022 году. Transformers VR, вероятно, заняли бы немного более высокое место в этом списке, если бы мы действительно знали, что это будет за игра. Весь игровой процесс до сих пор подозрительно похож на железнодорожный шутер, что совершенно нормально, если это хороший железнодорожный шутер. Здесь все может пойти ужасно неправильно. Но учитывая, что у этой команды действительно есть некоторый опыт виртуальной реальности, все также может пойти очень хорошо. Мы ждали новостей о версии Soul Calibur для PlayStation VR буквально несколько лет. К сожалению, когда разработчик Seal наконец нарушил свое молчание, они показали, что в итоге отказались от порта версии для ПК и решили вместо этого перенести усеченную игру Quest. Тем не менее, это современный военный кооперативный шутер, и мы, безусловно, могли бы использовать еще несколько таких на свет. Ты попал. Показ Ultra Wings 2 был чем-то вроде американских горок для геймеров Swear. На первом этапе это вообще не подходило для Swear One с улучшенной версией Swear 2, которая выйдет через некоторое время. Но теперь похоже, что версия Swear One, которая, скорее всего, будет портом версии Quest 2 на самом деле в разработке. Это более масштабное и амбициозное продолжение, обещает сотни миссий, а также дополнительные боевые задания, которые должны длиться от 40 до 60 часов. Я очень надеюсь, что мой оптимизм в отношении «не открывайся» не укусит меня в задницу. Но несмотря на желаемое сомнительное качество, которое мы получили от других проектов, финансируемых PlayStation Talents, я действительно взволнован этим. Это описывается как процедурно сгенерированная комната побега, которая меняется каждый раз, когда ты играешь. Трейлеры действительно выглядят очень хорошо, и если головоломки и головоломки доставят, я полностью согласен. Бег, скольжение и прыжки с крыши на крышу в игре сразу заставляют меня думать о Dying Light. И разве это не было бы потрясающе в виртуальной реальности? Но до тех пор, пока этого не произойдет, нам, возможно, придется получать наши торты для паркура от Страйда, бега от первого лица и стрелка, который кричит, отражает край. В настоящее время он состоит из трех аркадных режимов, но команда Joyway уже некоторое время разрабатывает полноценную кампанию для Street, которая будет добавлена после запуска. И это выглядит действительно впечатляюще. Первоначально ожидавшийся на PlayStation VR больше года назад, Dash World призван заполнить пустоту, которую оставила Activision, когда переделанная команда Crash Team участвовала в гонках для PS4 и по какой-то причине не сделала ее воспроизводимой в виртуальной реальности. Разработчик Motion X Studios уверяет нас, что версия PlayStation VR будет наиболее полной версией игры с кроссплатформенной игрой. На старте более 14 треков, новые кампании, оружие и сезонные турниры. Прошло очень много времени с тех пор, как мы слышали что-то новое о Цитадели Нежити, верно? Но будь уверен, это все еще произойдет. И давай будем честны, это выглядит очень-очень хорошо. Если ты такой же, как я, и предпочитаешь растянутые уровни в повествовании, а не бои на арене, в Цитадели Нежити есть чему порадоваться. Ожидай 10 уровней, отличной физики и режима Орды, когда эта неуловимая игра Swear наконец выйдет.
видя, как такие студии, как Sirius, выпускали игру за игрой в течение последних 5 лет, было действительно интересно посмотреть, сколько времени разработчику Valar потребовалось, чтобы объявить о своем втором VR-названии. Продолжение их невероятно успешного платформера «Головоломки Moss». Вторая книга Мосса, похоже, расширит формулу, которая сделала первую игру такой замечательной, с новой механикой, окружением, врагами и возможностью заряжать оружие Квилла. Каким-то образом, спустя 5 лет, мы все еще не получили надлежащий Monae B, несмотря на обещания Meta World, Elysium и другие. К счастью, тот, кого мы получаем первым, Zenith BR, выглядит как лучший из всех. У него отличный графический стиль, напоминающий Phantasy Star Online на Dreamcast, и самый последний трейлер, оба довольно впечатляющие окружения, потрясающая механика полета, и дайте нам знать, что мы находимся всего в нескольких днях от первой бета-версии на PlayStation VR. Время — сложное дело, не так ли, Ашер? И тебе удалось согнуться, если не почти обнажиться в то время, когда новых игр для PlayStation VR мало и далеко от того, чтобы увидеть на горизонте такую же качественную и амбициозную, как Wanderer, которая в мгновение ока выводит ее на вершину нашего списка. Разработчики Outboy и M-Fairy демонстрируют различные среды, которые играют в мотив путешествия во времени. Все, начиная от пребывания на Луне и заканчивая игрой на барабанах на сцене и заканчивая постапокалиптическими декорациями, которые кажутся вырванными прямо из The Last of Us. Узнав, как все эти этапы в конечном счете соединятся, и узнав, на что похож игровой процесс от момента к моменту, наш интерес достиг пика 27 января. Это не может произойти достаточно быстро.